Привет, моделисты и моделистки. Top camera. CSX, молодцы. Scale Trains, молодцы. Спасибо всем, ребят, вам, нашим покупателям, кто разрешает мне рассматривать ваши модели, делать обзоры. Значит, это First Responders GEES44AC. Посвящается всем людям, кто... First responders, кто первые приезжают на какое-то событие. Спасатели, пожарные. Вот в Америке это очень любят делать. Посвящать такие вещи. Вот. То есть локомотив ездит по, между штатами и показывается вот это все лого. Дань такое уважение. Молодцы. Ну, ребят, CSX, Scale Trains, ну, тут, как говорится, no substitute. Деталировки там, мы сейчас его погоняем. Деталировки на всем просто невероятные. Ходовочка. Тут вообще двух мнений быть не может. Сейчас. Красавец. Ну, вот так. Была одна нижняя лестница, лесенка с какой с одной из сторон в коробочке. То есть, ну, обязательно открывайте, ребят, на каком-то чистом белом месте, чтобы света тоже много было. Так, сейчас пойдем поставим его на тест. Красавец. Так. Красавец, не то слово. Сейчас камерку включаем, сайд. Ну, вещь. Так, свет уже включен, потому что у меня уже был свет включен. Все нормально. Ух. Здесь у нас ESU стоит декодер, значит, 8. Поменьше сделаю свет. А. Да, эти number boards зажигаются сразу. Направление движения. Отлично. Так. 5. 6. Начинают... Alternating по-английски, да? Перемергиваются вот эти ditch lights. Камера не очень хорошо цепляет, но... И колокольчик обычно. Потихонечку назад пойдем. Красавец. Я бы чуть-чуть убыстрил моргание. Быстро пробегаюсь по функциям. 10 11. Ну, стандартный ESU файл. Locksound версия 5, конечно же.
особого ничего нету. Там много функций, я сейчас на 22-й сейчас. Да. Ну, хорошо. Классно. Спасибо, ребят, за внимание, за поддержку канала, вашими подписками и лайками. Увидимся. Я буду катать его на макете скоро. Давай.